С вами Леонид, и мы снова на краю земли. Это остров Сокотра. Сокотра. Не путайте буквы, это главная ошибка путешественника на этом острове. Что у меня с собой? Тяжелая артиллерия. Пора взять с собой что-то серьезное. И это средний формат, камера Fuji GV683. Это очередная техасская лейка. Почему? Потому что она большая, но при этом она очень комфортная. То есть, по факту, в камере нету шторок. У нее есть один объектив, который несменный. И она, ну, честно скажу, относительно легкая. И носить ее, ну вот, ребят, смотрите. Вот я ее ношу относительно удобно. Сколько кадров у меня здесь есть? У меня есть со 120 пленки получается 9 кадров, потому что размер снимка 6 на 8. То есть в прошлый раз мы снимали на камеру 6 на 9, которая была самым большим форматом. Это чуть-чуть поменьше, но и на один кадр больше, потому что 6 на 9 дает нам 8 кадров, а 6 на 8 дает нам 9 кадров. У меня, кстати, здесь есть такая штучка, называется счетчик кадров. Здесь написано Total of Shots X10. То есть всего эта камера произвела на свет 900 или даже... Наверное, с этой стороны смотреть, да, 600 снимков. Делим их на 8, и мы понимаем, что на самом деле пробег у нее очень маленький. Но что такое пробег? На самом деле, если что-то может сломаться, это объектив. Объектив реально можно починить. Это большой плюс этого фотоаппарата. Теперь давайте, наверное, о пленке. То, что здесь мне нужна только приемная катушка. У меня никаких настроек нету, ну, кроме выдержки и диафрагмы. Вот так вот я блендочку поднимаю, и у меня выдержка от Т до 500. Объектив у меня, давайте так, Fujinon 3.5 90. 90 это примерно 60 миллиметров, то есть хороший такой объектив. Пленка. Там ребята слушают сейчас последние новости из Йемена. Пленка, ваш фильм S. Очень большой плюс, что это ISO 50. Здесь солнце вообще everyday. Сейчас вот единственный золотой час, когда солнца нет, кстати. Но я ее сейчас установлю, а снимать уже буду попозже. Значит, это звукозаписывающая пленка. Здесь так и написано. Sound Recording Film, которая пойдет в эту камеру. Это редкая пленка, это очень круто. Я ни разу ее не пробовал, не тестил, и очень интересно посмотреть. Это черно-белая пленка. У меня, повторяю, 9 кадров. И давайте я покажу вам, как ее вставить. Мне придется сесть. Для начала вам нужно сесть, и желательно поудобнее. На этих камнях особо не посидишь, ребята. Значит, открываем, проверяем нашу приемную катушку, что она крутится. Нажимаю на спуск объектива, вижу, что он реально работает. Камера прошла профилактику нашего мастера, здесь поменяли весь поролон, это видно, он новый, поэтому это должно сыграть нам на руку в плане надежности. Открываем, видим надписи. Фильм ваша S50 ISO BV. Что дальше? Unexposed. Разрываем всю эту историю. Очень плохая наклейка. Ваш фильм очень плохая наклейка. Показываем мастер-класс местным детям сейчас. Вот. Отвратительная наклейка, ребята. Это самая худшая наклейка пленочной камере, которую я видел. Очень плохо, очень-очень плохо. Все, вот так, короче, делаем. Вот так, все. Не будем мусорить, все убираю в карман. Значит, сейчас я нажимаю вот на эту красную кнопочку маленькую, и у меня выскакивает... Все выскакивает, здесь все, вот вообще никаких вот, знаете, геморроев, никаких каких-то сложных подач, подставок, закрывашек. Вставил, покрутил. Покрутил так, чтобы вот эта штука, нижняя пимпа, вдавилась. Это, кстати, важный момент. Видите, не вдавливается сейчас, потому что я не попадаю в паз. Оп, попал. Все. Уже вижу слово «старт». Подкручиваю до дырочки. Перекрутил немного. Перемудрил, как говорят у нас. Так. Отвратительно ваш фильм вставляется. Ну ладно. Раз. Все. Проверяем, что все ровно, красиво. И доходим до стрелки. Идут туристы уже, мы закрываем, крутим, все, стоп, первый кадр, работаем.
Я нашел рай свой. Куча машин. Здесь машины вообще не восстанавливают, здесь просто их выкидывают. Видимо, потому что чинить их никто не умеет. Я это так понимаю. Здесь, наверное, спят козы и коршуны. Этот кадр я сделаю на несколько камер, и мы сравним результаты чуть позже, может быть, вот на каком-то из видео. Итак, я отснял свою первую пленку на эту малышку. Что вообще хочется сказать? Давайте сначала. Здесь очень светлое пятно, очень большой, светлый, четкий видоискатель. Было приятно работать с ней. Камера приятная. В общем, короче, я не знаю, хорошая камера. Мне очень все нравится. Кстати, забыл сказать в самом начале, здесь есть уровень еще для любителей, для совсем, короче, любителей идеальной фотографии. У меня на счетчике кадров, после того, как я отснял пленку, стала цифра 0,61, типа как будто я отснял еще десяток кадров, хотя их было 9. Хотя их было 9, внимательно. Какие выводы? Выводы мы сделаем, конечно, когда посмотрим фотографии. Вот в момент, в процессе фотографирования и то, что я фотографировал, мне не очень понравилось. Вот сами объекты, которые фотографировал, ну, знаете, такие были дни, где приходилось выжимать фотографию, как говорится, чтобы скорее отснять ролик. Поэтому я продолжаю серию и... Два варианта развития событий. Либо этот ролик на этом завершится, потому что фотки до этого были очень крутые, либо этот ролик сейчас продолжится, потому что я вставлю пленку, кодек Ektachrome. Это здесь написано EPR-120, это очень сильно просроченная пленка, которая лежала у меня в холодильнике, мне кто-то подарил. Вот, здесь ISO, ну, скорее всего, 100, но я буду снимать ее как 50, на всякий случай. Вот. Если этот ролик продолжится с этой пленкой, дальше будет серия с нее. Ну так, как контрольный выстрел. А если вы ни хрена не увидите, значит смотрите у нас в Инстаграме эти фотографии вне конкурса, вне видео. Они просто будут в Инстаграме в нашей ленте. В общем, я рекомендую эту камеру в покупке, потому что вот именно в отпуске она хорошо себя повела. То есть мне удобно, я ее на плечо вот так закинул. Вот она. И я пошел такой там гулять. Не тяжело. Она не, ну, как бы весит, она реально немного относительно среднего формата. 6x8, огромный размер снимка. Да, мало кадров, но при этом по настройкам есть блендочка встроенная, да. Выдержка 500. Ну, то есть, реально все, что можно пожелать в этой камере было, поэтому мне кажется, это прикольный вариант для тех, кто не хочет париться. И, кстати, париться здесь не может сломаться шторка, потому что ее нет! Вот такие вот дела. В общем, ребята, идем снимать дальше.
подписывайтесь на наш инстаграм. У нас тут очень много классных, интересных фотографий, различных лайфхаков, а также мы выкладываем сторис, в которых вы можете поделиться своими фотографиями, голосовать за выбор пленки и участвовать в различных конкурсах. А также вы самыми первыми узнаете про наши акции и скидки. Будет круто. Присоединяйтесь.